Это русская рулетка, на кого побегут. Я музяку тебе включил, наверное, нормально. Ну, эх, ладно, во всем виноват сова. Конь во всем виноват, отошел не вовремя. 28 минут. 28 минут? Все, погнали. Черт, бесполно. Каску. И лапы. Какаски. Какаски. Типа там, если что, у Приста есть способность такая называется, там, сколько нежити, у Ретрика есть покаяние. Ретрик лежит. Ну, значит, у Приста... Способность-то у тебя есть? Приск ты тут? Зоты раскинуты по мобам. Ну, давай там какого-нибудь моба. И первым надо заливать рослого, чтобы он эти бобы не кидал. Вот ты, вижу, вам нравится бегать от мобов. Он советник. Эш. Его надо убить первым просто. Вот это юбка.
Погнали пока что трэш-чистить на Синдрагосу. Чмога зашел, пошли в шестером, Дима. Да здесь что, тут в танка надо спекаться. Я в танке буду, да? Чистим, придет этот. Его... И нет, конечно, он есть кто-то, кто может пойти в танки. Да, спроси, есть там кто-нибудь? Я через 20 минут уже это самое не могу. Тут, блядь, АФК одни, вторые и третьи, как бы не особо ты. Я могу товарчиком заменить потом. Если можешь, заходи. Ну вот, пройдите еще раз, потом зайду. Пройдите. Здорово. Еще раз. Вань, мы не траем, понимаешь? Мы бегаем по трэш чистим. У нас конь, блядь, АФКшит. А мне это самое. А ему уйти надо. Чмок пошел, Мы идем с Синдрагосом. Так что, Ванек, зайдешь? Да, сейчас. Ну, я тогда, ребят, вас покину. Да до вечера репутация себе не можешь добивать? Почему? Добью, но сейчас-то смысл какой. Все равно она до фулани дойдет. Уже на следующей неделе засядывайте. Пойду. Похренать. Девушка твоя? Да. Понятно. Так что, ребят, извиняйте. Всех благ, удачи там, все дела. Ну, как обычно. Да. Удаляй сразу, чем перебери Ваню. Погнали. Только у нас этого нету. Лока. Ну, мы сейчас тоже, блядь, его поменяем. Почему у тебя этого? Там обновы были? Нет. Нет. Чмога, да? Заходи. Да я здесь. Все равно пингую. Что за хуйня? Что они с Беларусью сделали? Слушай, тебе надо было попробовать выйти, посмотреть, может быть, аж какая-то обнова вышла. Скорее всего, Беларусь пингует. Ну, просто вот до этого ребута было нормально, вот который ребут сделали. С Иваном играть. Вот что у меня Discord показывает 250 пинга. Тоже из Беларуси? Да. Не, это Discord, у меня то же самое. Здесь просто сервер, скорее всего, стоит херово. А, ну ладно. Сейчас зайду, скажу, что он это. Что там, Вань, как Борланд поживает? Борланд? Да что с ним? Он сидел, что-то по рейдил, говорит, мне нравится. Так я смотрел, он был в этом, в прогрессе 10 из 12. Да блин, он пришел чисто с людьми поиграть, не за контентом. Он типа ушел чисто за ФК подраться и все. Кто? Это Форланд. Че такие пинги? 18 тысяч человек в игре. Ага, пинг 412. Просто говоря, сейчас же ОФ как-то не могут проплатить. И много людей с ОФа пришли сюда на пиратки. Все тут. Идем. Погнали, пока все вниз там. Дальше. Давайте. Серьезно, не ждать. Ваня войдет, давайте по тему. Он зашел только в другом инсте. Не прогрузилось. Надо же, вот я стою в ЦЛК, у меня нету портала, чтобы выйти. Стою в дверь, доблюсь.
Ну да, лагает походу. Сейчас меня выкинет. Выкинул. Сразу же, Ваня, попил. Сейчас гильдия плюсы там. Выпейте плюсы. Вроде принял. Чё, Сарианскую ждем или тоже меняем? Да подождем, он уже должен подходить. А связи с ним нету? Нет, куда это за... Ну, принцов, да, принцов-то убьем без него, без проблем, в принципе. Это мы без него. На шарике два человека есть. Шарики. Лошарики, блин. Смешно. А кого вы еще не убили? Принцы, Лана. Кровавый портал полностью жив. Синдрагос и Лич. Я попробую, может, через прокси зайти. Не, если так же останется, то вам менять надо будет. 3700 пинга, это неиграбельно. О, ребят, отходите сейчас, сейчас будут крутиться, бля. Набирайте это тоже. На пуль шмок, на пуль на него. Всех. Не, меня тоже менять. Шестнадцать тысяч прокси. Пинг. Еще нет смысла. Да это баг, на самом деле, все нормально. Ага, ну-ну. Полсекунды где-то задержка. У меня было 16, потом упало до 1000, ну где-то полсекунды задержка. Я нажал выйти из тела и стоял секунд 5, бегал трупом. А так это может сразу, когда ты только зашел? У меня вообще минуты полторы вот так вот все висит. Нет. До этого я вообще стоял, меня пачка убить не могла, дрочков на входе. Опять 500. Гильдия черти, блядь, ищет активных игроков. Где ты читаешь? Надо было желающих нету. Не. Ну, ждем. Давай, давай, собирай. Ой, иди, беги, собирай, приходи сюда и все. Только по одному паку, наверное. Ну, у нас Эльхан, поставь ловушку свою, напулит разом. Блин. Не, у меня 2500 не падает, это без вариантов.
Тут еще два летают. Нам на них похер. Ставь огненную ловушку и давай наполним. Троян. Трояныч пришел. Давай, дальше, дальше, назад, назад отойди там. Ну, нормально, 55-47. Вот это, блядь, я понимаю, ДПС. А вары не могут ДПС. Да. Вот поэтому их в рейде обычно и по 20 штук. Сол-таргет так ебашу. Я Гэму написал, ознакомьтесь с этой темой, сейчас попробую посмотреть. Можешь не пытаться. В плане тебе кидают темку, которая там 30 тысяч лет, типа, проверьте свой пинг, перезапустите компьютер, перезапустите роутер и так далее. Тут. Ага. А вы где? Расчистим. Один драгоса пиздит. В принципе, как вариант, если ДД нет, можно какого-нибудь хилап поискать на пол. А вы ламты убили? Мы всех убили, да, там. Лайк убили, сейчас идем на бенцов. Принцов Лану, я думаю, мы в 9 тел сможем убить. А куда мне идти? На принцов, да? Да. А, чтобы бойчик первый полутал отпустил. Ну, на цели. Индра запинали? Вот он, человек просто с нами пойдет. Да, мысли? Пойдет. Кем? Сейчас он снимет себе ТД с креста и пойдет вам. Как я себя сниму? На следующей неделе? А вот извернись как-нибудь. На следующей неделе? Да вот надо было тогда сразу идти по моему, когда я чел с нуля пошел. Так вот, на фул. Так тут и тоже на фул, в принципе. Знаешь, принцы, блядь. Ребятам, леди... ребятам упал череп, ой, блядь. Ок. Все? Ну, череп по итогу забрал. Один остался, и не. Ну давай. Сейчас Саша, открыли бы без черепа. Пошли, давай, заводи. Да не, погнали уже, на принцов раз собрались куча. А и не будем бить сейчас? Потом. Да потом. Может пока ДД или это найдется. Так кто череп по итогу забрал?
Рома. А он... Романыч, отпал. Понятно. Не нужная вещь человеку. Почему? Ну, блядь. Я бы не сказал. Он ее сменит вот буквально скоро. На что он ее сменит? На колбу? А колба это не очень-то и скоро. Сколько всех паладинов. А по ЕП только сосулка выходит вперед. Потом там в Акате кто-то еще есть. Так что, ребят. Че, я во второго танка, да? Да. Хантер, ШПшка, подбивайте сверки. Делите, короче, зал горизонтально, допустим, у лестницы ебашит ШП, а к выходу ближе ебашит хан. Все будет здорово. Где хан? Бегу, бегу. Ну что, я тогда... Его нет, но с нами, бля. Да, я двоих. Нет, давай я двоих. Давай я двоих. Да не хочу на келли стать, уже три келли танчил, блядь. Да я дохну для келли. Да он не шел. Ладно. Я мало. Он даже, а ты можешь подумать. Даже без сферок не шел. Ну я тогда буду срывать игру. Че, погнать? Да, погнать. Только надо было, чтобы я его таунтил вообще-то. Ну да, что-то ты, ой, торопишься. Где что, коробочка сегодня будет? Она уже идет. Я только в этих ЛПшки кидал еще. В смысле? Ну, у тебя ЛПшки есть, а у меня нету ЛПшек, мне надо бить. И вот кто стоит в ШП, вот что ты здесь делаешь? Вот что ты делаешь, блять, меня сейчас шотнет нахуй. Ты играешь по принцу Волонару. Или по летающим шарикам. Но не по этим шарикам, а по желтым шарикам. Сфера, кинетические сферы. Вот, видишь, я не знал. Вадик, а ты че отъехал? Я лох, вот. А меня шлопнуло, потому что не хватает сфер. Скобочка. Давайте, все, падайте. Ооо. Началось. Все. Я стоял, никого не трогал, ко мне подбежал сзади человек на вихре, меня откинуло в босса, и он меня по щам дал в миле. Все. It's magic. Это первый вайп? По тактике, да. Да. А в смысле? Не знал. А до этого вы на трэше вайпались? Мне не вайпались. А, ну красава, первый вайп. Еще синтра впереди, да? Да троянский, блядь, виноват, нахуй. Пропал на час целый. Ну, не на час. Давай троянский потанчишь. Ну, варом тяжко держать киселя. Плотную постоянно. Да ты просто не скилловый, блядь. Да. Ну, мне въебали, блядь, въебали черный шарик, да? Второй черный шарик от меня убежал, я под одним черным шариком разбухшего киселя танчу, да? А из-за чего это все получилось? А потому что ШП не понял, что ему делать, он въебал один шарик, второй шарик на хила сорвался, я его затаунтил, он до меня не успел прийти, и мне прилетает плюха на 49 тонн, когда у меня всего 49 тонн. Так ты бы келя просто отвел с пола, и все. Куда бы я отвел, если ты его спулил, он побежал на тебя? Кель не двигается, кель надо заходить за стенку. Чтобы он не ходит, вот именно. Вон чувак пишет, что сбил синий шар. Не надо убивать. Нет, синий шар. Он понял, что не надо убивать, но просто тут сейчас претензия идет к тому, что я не танчу келя, да? Все, ты мог бы затанчить, если бы чаржнулся, набрал на нем агро.
с там. И потом бы побежал. Там времени было 40 секунд. Побежал. Давай сделаем сейчас немного по-другому, я тебе покажу как. Побежал бы. Я заканчиваю. Окей, давай. И первую сверку проебал, но неплохо. Потом было бы еще две, и все, он потом превращается. У меня нет ЛПшка. Наша гильдия. Понимаешь? У меня нет ЛПшка. Нахуй тебе ЛПшка, чаржишься. Чтобы кинул на сферу ЛПшку, и все. Да нахуя, автоатакой, блядь, я паладином бил, автоатакой и сферу. Блядь, иди танчеваром и показывай мастер-класс. От меня отъебись, да, пожалуйста. Блядь, на ютубе 20 тысяч. Ну я тебе говорю, иди создай вара и танчи варом. Да нахуй мне создавать, у меня вон 20 тысяч видео. Открой и посмотри, если ты не умеешь. Я тебе говорю, отъебись от меня, пожалуйста. Это просто из-за того, что ты не захотел сыграть. Просто отъебись, и все. Вот, смотрите, сразу чувствуется, что наша гильдия собирается рейдить, потому что начинается этот срач. Просто ему лень кнопки было прожать, все. Просто отъебись, блядь, пожалуйста. Он не там, у него ДД, все, заебали, блядь, сейчас нахуй ручу рейд всех, блядь, и будем, блядь, сидеть свой пись сосать. Готово, повстанка. Пойдем. Все. Место. Давай, место паладина на мыло. Троян, давай. Начинаешь ты, он подхватывает. Погнали. Вау. Все то же самое, охотник и ШП подбиваете сверху, сфера пропадает. Охотник вроде бы, что надо делать? Слева, ШП слева, вон она. Его сверху. Да. Нормально. Это ШПшка, я тебе подскажу, потому что она адот не поднимается. Байт. Сразу видно, человек первый раз в селках. Может не первый раз, может забыл. Слушай, я тоже хренал, как лича бить. Я до сих пор не понимаю, как за ЦЦ там дисплеичу. Ну, обыкновенно, человек выбегает, ты его дисплеишь. А это я знаю. Он же побежит, который красный. Аддон не показывает. Давай, поднимите Петя, блядь. Нахуй это лицо. У меня шотнул. Мне это тот кинул. У двери хан. Все, падает еще раз. Я Жень, блядь. Сейчас укушу тебя. Нет у вас ДЦ в пате, потому что... Слушай, а я там при чем? ДЦ здесь не нужен. Вообще никак. Десятки. Не знаю. Я себе три часа, как Сашка этого... Холи пала, блядь, сказанул. Как он называется? Давайте спек у меня будет ПВП-шный. Какой? Тебе ПВП-то, блин. Я еще пока не могу понять, кем я хочу. Либо ШП ПВП-шить, либо ДЦ. Но я хочу ПВП-шить. ДЦ сидела ПВП. Хотя убоя не будет. Вон, это сам Андрюшка играл. ПВП за ДЦ, бля, кайфовал. Он с бойчика бегал на арене. Заварчик. Кайфовал вообще. Разрулил. Чего, Влад? Говорю, кайфовал он по полной, да. Ну, кайфовал, как не кайфовал. Кайфовал же. Он кричал. Но было весело, да. Было весело, как минимум. Не страшно. Чуть-чуть это не его класс просто. Обратно. Успел я. Репутация летающая, чё ты? Репутация, нахуй репутация.
Кто-то меня откинул, короче, я подошел сверху. Я не знаю, мне не видел. Кинетика упала. Или ты про... А, я не знаю. Ну, типа, меня не сверху моя откинула, точно? Кто-то. Короче, я спекнусь во фроста и первого левела подбиваю хотя бы одну-две точно. С хантом. Счастье. Я полагаю, если никого не берем, Лунатель будет последним босс. Плюс Табарсес уходит скоро. Ну потом да принесете что. Ты не бей сферы. Ты можешь кинуть, просто кидать доты на какого-то босса, который это типа. Открывает скилл доты на него, и дальше бьешь сферу, подбиваешь. Я уже на сферах, я уже спекнулся. Бей босса. Хорошо. Просто, который вот красный, который с хп, который активный, того бьешь. Переключается на другого хп, у другого хп появляется. Бьешь того. Главное, не бей массовым этим, иссушением. Когда будет сфера, когда босс включится, этот, как называется, килисет. Килисет включится, не бей его массовым никаким. Килисет, а вроде там от Т4 еще. Ну ладно, я так у тебя. Я не ругаюсь на тебя, ШП. Все бывает. Ой, подожди. Дойдете до Синдры. Да мы пойдем на Синдру. Ля-ля, посидит это бэкситинг и дезморалит. Рит. Красава, красава. Да так, а зачем я к вам пришел? Дудет все с вами. Бежит Голд Хелп. Брунгильда наша бежит, блядь, давай. Сейчас мы можем убить. Можно Гера не ходать, хотите? Видишь, у вас еще Лема нет, у вас два кастера заряжены. Хуй с этим Гелемом, блядь, просто хуй с этим. У нас шипы есть, все, у нас красавчик парень. Единственный, блядь, за единственный раз он, блядь, чуть я не понял, его бьют в сферу за весь рейд. Ничего страшного. Бегал раньше, все нормально было. О, давайте Арча на пул. Давайте Арча. Петр, ты здесь? Да, подожди, в этого нету. Чё тебя нету? Войда нет. Перед баф есть каска, есть лапка, есть. Пива нету. Пива нету. Это хорошо. Я готов, написано. Да, я готов. Понял. Конь по готовности, конь. Я тут. Кинь частицу на троянского и хили это. Не, наоборот, кинь частицу на... На пул сейчас валит. На войды, хили через троянского, вот так вот лучше. Все, пулю. Рудхелл, ты держишь троянского, скивиди держит рейд и войд. Все, в чем проблема? Нет проблем. Нет проблем. Давай, заебал. Агри. Ой, привет. А, всё, чё? Давай. Я не слышу. Пристабав от тьмы, пожалуйста. Пристабав от тьмы. Петя, слушай, Петя, у тебя начал дискорд, ты начал прерываться. Эй, боже. Горишь? Моя пыщ. Могучий вихрь. Разбежались. Жека! О, разошлись. Сзади под этим. Хан, сзади. Хорош. Пересет появился, да? Не понимаю. Эти две подбиваю.
Случай, что они, бля, бьются в вечность. И в принципе, не важно, сколько ДПС здесь. Ну и Гер. Нина, давай Гер оставим его на отель. В дверях Сера. Да, мне кажется, он откатится. 10 минут ведь не откатится. Не успеет она откатиться. Мы Гера дадим так же, как в тот раз, на двух игроках, когда будет. Эх, мне бочка как подхилить бы, подбежать тихонечко. Скоро его убью. Угу. Ура. Ух ты. Вот паладины вам, анхолики. Можно я это возьму? Или нет? Надо. На какого-то БДК там левого. Ну, можешь взять. Типа квадрант, я да. Меткость. Какая хорошая. Все, спекаюсь или нет? Или в танке также? Оставайся в танке. Наверное. В танке там будешь просто рядом стоять. Так, я водяной. Щел станя один. Второй встанет.
там с какой стани? Тебе все расскажи. Может, покажи. Тебе что нравится? Это, Женя, можешь рассказывать, у тебя уже есть плюс 18. Я такие истории можно слушать. А показывать, да? Да. Это, так может, кому надо это дрифтковое, так я отдам. У кого что? Честно говоря, оно никому не нужно. Скажу по себе, мне оно не нужно. Ну, Вики, наверное, хотел, да? Ну, там на какого-то бладика 4-4, да? Зачем там? Там было вообще. Взяли, спиздили этот самый. Рыбы. Шаман оглушен. Ошалаблю, да, губ. Так, что, не соскучились по мне, я вернулся. Это самое. Шипашечка. На Лунателе ты даешь антифир по себе, потом, когда ты срабатывает, начинаешь всех диспелить. Ретрик 243. Возьмем? Ты это знал? Ретрика, бери. Я не помню, да. Там... А, не маз диспел, там нам точно... Можно маз диспелом всех продиспелить пару раз. Ты снимаешь, в основном снимаешь фир. То есть ты диспелишь именно фир. Чтобы люди быстро вышли из него. Чего? Маз диспелла можно ферстить. Я просто жду за то, где будет народ. Есть ли смысл брать его в пати, если мы только этого босса убьем и разойдем? Почему, если он будет? Дальше пойдем. А, сейчас Марсес ушел. Там Марсес ушел. Ну ничего. У нас перелевел жесткий. Ну, ты, блядь, спал, отдыхал где-то час. Вот. Ну так что делаем-то? Написать, что нет, что смысла нет. У всех время есть, давай так спросим, у всех время есть дальше идти? Да. Ну, давай, если петь на готовность, кто сбежит нет, тот нет. Там посмотрим сейчас, что. Что у тебя ассист есть? Да. Смотрим. Кто не может дальше идти, ребят, нажимайте нет. Я не могу с вами дальше. Ну тогда бери паладин, давай, значит дальше идем травить. Прибери. Стой, бери. Типа, ну, мы все равно лететь еще, блядь. Ларик, блядь. Чего? Отбегу пока, ждать же будем, да? Да, давай, берите Пала, Жень. Ну, бери, у тебя есть помощник. А кого Пала? Не знаю, кого Пала брать. Ларик в гильдии, 243-й ретри. А он это сама. А он вчера был ссылка или он не был? Чем где минут отошел? У нас не та сумма. Ребят, давайте пока перекур прям курите, в общем, вперед. Хряпнем, бахнем, шибанем, да? А не в упади, есть протик. Он сегодня танчил мне иконе. Хороший протик. После этого. А сейчас Женя спросит, а Холли Па у него есть, чтобы ретриком Жене пойти? Дайте древковое. Ну, танка будет. То есть она лучше, чем сейчас есть. Кого оно? Точно не у меня. Что? Пиздеешь. Пизду. Хуй знает. Когда даю, куда не даю.
Не, я там что, у тебя у меня есть рейд, типа, на один хант. Хант один. А чё надо? Типа, я продлю, либо ты продлишь. Да похуй, ну скажите, если надо. Ну окей, тогда я дам, ты вот на боссе стой, типа, в основном войне, я так чисто рядом. Почему я? Представляешь, когда стерея пройдет? А я? Кого? Что ты говоришь? Я тебе стерею дам. Когда пройдет моя стерея, он тебе вторую стерею закинет. Если он укус ловит, первый, типа. А он не должен. Укус ловит. Регенерация вары. Ну там бойчик ебанет. Он же с наплом даст, у него поначалу грани будет. И если типа ханта второго укусит, можно ему две стерии следом кинуть. Одну за другой. Да, она не работает. Под укусом не работает? Нет, я про то, что две стерии не работает. Я говорю одну за другой. А, ну да. Он не сильно дамажит. Могу тебе петь закинуть? Потом. Ну, я с пула бурсту дам. Да, я знаю. Сколько там, секунд? 15 где-то? Спустя 30 секунд. Ну ладно. Давайте скажу, закинет ты все. Без проблем. Смотри, если укусит бойчика, то истерию под укус и все. А я там, наверное, ну, сразу дам на ханту. А, все, там а там уже войт. Ну, ханту давайте ты, если хочешь. А войт, если что, тебе даст. Вообще бред, блядь. Истерия перебивает жажду смерти. Вообще бред полный. Согласен. Подсирал конская. Ретрик тут? Значит, Ретрик, он вообще Ретрик не сбивает истерия, она просто в КДшку уходит и все, на Ретрика не вешает. А Вару она сбивает. В ряду. В одной точке будем стоять? Да нет. Нет, надо рассредоточиться. Там дохренища урона прилетает. Ну хотя, можно и в одной точке, конечно, стоять. Ршам плюс хапал должна прохилить. Ну, в принципе, не очень. Пять. То, что у Ретрика считаются крылья лучше, они хил тоже увеличивают. Да, но сам факт, что оно как бы не заменяет. А здесь оно именно заменяет полностью. То есть. Потому что я этот персерк считается хуже. Потому что он получаемый урон увеличивает. А там тикает урон по хпшку. Ну и что? Все равно считается хуже. Короче, давайте в двух словах Ретрика расскажите, что делать. В Дискорде? Да? Да. Все, красавчик. Так, что, в куче стоим или стоим в шахматном порядке? Ну, я думаю, разряженно. Стойте, чтобы немного снизить. Давайте разряженно стоим, сбегаемся в паки. Ауру какую, не знаю, какую ауру. От тьмы. И мастер ауру на бомбардировку. Короче, когда на вас, у вас имеет экран, там темнеет, вы бежите либо в левую, либо в правую сторону, а то, если нету, там ложь не разлили. Будет взлетка, шпшкой дай по себе антифир перед пулом. Вот, выходишь, всех диспелишь массово, все, я поставлю тотем от фира. Как бы, и все. Два укуса будет, даем геру, и ребята убивают, и все. Дальше по факту поставим. Не короче. Ретрик не был здесь. Короче, две механики. Пак, две нитки такие. Надо сбежаться друг к другу. И когда вот потемнеет, надо выбежать вдоль круга, как на Джераксусе выносит эту хрень зеленую. Все. Вся механика босса, если. Поехали. С укусами потом, поэтому. Во время пола разберемся. Да. Погнали. Все. Давай, Войт, поднимай его выше туда. На ком зеркало? У нас стоял троянское зеркало, да? Да, да. Сбежались, ребят, сбежались. Чуть-чуть поближе, стойте в километр. Чтобы пару быстрее можно было сводить.
Короче, да, Голхов, ты держишь танков и там все. Я не отвлекаюсь на них, нахуй. Рен, есть есть или нет? Я в босса дал. А, в босса хорошо. Сбежитесь, ребят. Не один бежит к другому, ребят, а оба бежите навстречу друг другу. Хилка вам точно не побежит. Хил сайт хилит. Марсес побежал. Вот палец не был. Вот такая сиреневая лужа должна разлиться, быть разлита вдоль стенки. Кажется, Марсес просто неправильно разлил. Бычек, подойди поближе чуть-чуть. Да. Ты укусил? Да, я Марса заскочу. А я чем могу? Блять. Жека, вставай, если есть чем. Да нет, не вставать. Разлил лужу, блядь. Прямо ли передо мной? Во мне. Не заметил. Ну все, парни. Лужу запаем. Там диваны. Короче, нет, внизу, бля, стоим все в точке в одной, будем прохиливать. Потому что хилы по центру должны стоять, а по краям ДДшники. Похуй. Вообще не похуй. Не знаю. Центр всегда хилам отдается, просто им прохиливать всю область надо. Лучше цель для стерии. Бля, почему не портал? Когда ты в босса кидаешь, то... Я знаю, кидаешь, да, оно не действует. Да. Я знаю, оно... Тут все поебал стерии. А на меня? Да. Тогда я не получается. Бля, сейчас агнул. Да. Падай и встанешь потом. Быстрее будет. Все в бою. Машина едет. Ой, пиздец. Бля, это что? Это надо убивать, получается, или что? Бегите, ну, просто, да. она ты выйдется. Она ты выйдется. Бегите просто прямо рядом. Бегите, как это на отеле, она ты выйдется. Не надо было убить ее, ничего. Как поднимись наверх, как распадется вас. Она все уже завыделась. Ну, пока я не еще. Ну, там эти, блядь, вот. Копии бегут. Еще эта хуйня. Что там?